Ваши рыбки клевали, да вы их поймать не дали. Вот теперь сами ее и ловите, большую и маленькую. Приветствую зрителей моих каналов. Очередной вечерочек после работы. Ретро-рыбалка. Сегодня будем ловить вот таким прекрасным комплектом, состоящим из ультралайтового удилища 1961 года. Американской фирмы Трутенко. Ультралайтовый удилище до 7 граммов. Пустотелый стеклопластик. Красота неимоверна. Также будет использоваться катушка от фирмы ДАМ для американского рынка. Фирма рискнула после своих больших, ну, достаточно популярных катушек клип, на которые были уже известны на западном рынке, на западноевропейском рынке. Они решили с ультралайтовой катушкой, очень небольшой, смотрите, размер совсем маленький у этой катушки, выступить на американском рынке. Не знали, как они, американцы, отнесутся к этой катушке и решили... Название свое, своей фирмы не указывают. Они сказали, клип микролит или микролайт. Американцы поржали, потому что это клип, это давай по-быстрому. Но, тем не менее, катушки очень популярными оказались и работают, как видите, до сих пор. Очень популярны на вторичном рынке. Естественно, такие давно не выпускаются. Блёстки будут от 50-х годов французских до китайских воблеров, которые, ну, хоть как-то имитируют ретро-приманки. Ну и, соответственно, аутентичные тоже. Есть советские, есть ГДРовские, есть немецкие, ну и есть французские, также другие. Вот сейчас французская блесна с передней огрузкой стоит, на лепестке написано «Сусекс», но я думаю, что это «Суси», потому что «Экс» обычно там на конце не читается. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Я забыл сегодня путь, поэтому практически одним кадром это будет все сниматься. Смотрите, это вам не ваш любимый мормышин. Красота, красивая снасть, красивая рыба, красивая поклевка, вываживание. А у вас что, леска 0,1 и красиво окунь на 10 грамм клюет. Ну, согласитесь, есть разница. 67-й год, спиннинг, 61-й год, катушка, 55-й примерно год блесна. Ведь работает. Смотрите, сколько утят. Сколько у вас? Штук 9, наверное. Ничего себе. Вышел. 2 недели были какие-то мелкие. Вряд ли это они же. С матерью. Может, тут еще целое стадо выросло. Или они за 2 недели так вымахать могут. Я не помню. Насколько быстро утки растут. Целый флот, целая эскадра. Так. Место-то вот. Но только если что-то клюнет, то придется лезть в кувшинки, а здесь глубина выше по пояс сразу, наверное. Так.